Андрей Иванович Карабицын, советский пограничник, погибший в бою при защите советско-финской границы 21 октября 1927 года. Биография. Андрей Иванович Карабицын родился в семье крестьянина-бедняка в пограничных войсках с 1926 года, член ВЛКСМ с 1927 года. В феврале 1927 года Карабицын был направлен на службу на 4-ю заставу 1-й комендатуры Сестрорецкого отряда. 21 октября он, находясь в одиночном пограничном наряде, наткнулся на 4 вооруженных нарушителей границы и вступил с ними в бой, в котором получил смертельное огнестрельное ранение. В том же бою был ранен один из нарушителей. Память. Карабицын был похоронен на почетном месте Сестрорецкого кладбища «Горе героев». На основании решения исполкома Ленгарсовета 3 мая 1976 года номер 328 памятник Карабицыну на Сестрорецком кладбище является культурно-историческим наследием регионального уровня. Заставе, где служил герой в том же году, было присвоено его имя. В 1937 году в честь Карабицына был переименован его родной поселок Куракино в Симженском районе Вологодской области. В 1948 году переименован поселок Пяйвили в Выборгском районе Ленинградской области. 20 октября 1957 года на месте гибели Карабицына на границе бывшего Сосновского и Всеволжского районов Ленинградской области был открыт памятник. В 1958 году Сестрорецкий инструментальный завод построил в дюнах пионерский лагерь, которому было присвоено имя Андрея Карабицына. Пионерская организация 435 школы города Сестрорецка носила имя героя. В 1966 году памятник Карабицыну установлен в его родном селе. Имя пограничника присвоено парому ледоколу проекта 1731 Андрей Карабицын. В 1965 году граничную улицу в поселке Александровское города Сестрорецка переименовали в улицу Карабицына. Имя и Карабицына присвоено пограничной заставе в городе Светогорске Ленинградской области Выборгской пограничной службы ФСБ РФ. В годовщину гибели героя на заставе проходит торжественно-траурное мероприятие с участием делегации города Сестрорецка. Художественной литературе М.Л. Слонимский. Повесть. Андрей Карабицын.